А перед просмотром данного видеоролика хочу посоветовать вам канал Grindscan. На канале данного парнишки вы найдете видео про SkyWars в Майнкрафте, также голодные игры и друзья. Самое главное — это SkyWars с читами. Здесь многие хотели бы посмотреть, как можно поиграть с читами в наш любимый Майнкрафт. И как сообщает автор, друзья, если у него будет довольно много подписчиков, то он начнет снимать другие видео, то есть будет расширять свои видеоролики. Поэтому обязательно, друзья, подписываемся на его канал, ставим лайки. И хочу сказать, что видео очень крутые, особенно, друзья, игры с читами. Собственно, друзья, ссылка на данного парнишку будет в описании. Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я хочу поговорить о музыке в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, в релизе 1.0.0 была добавлена эта музыка. Если сейчас вы услышите, вы ее услышите. Что ж, давайте посмотрим. Нет, друзья, к сожалению, сейчас музыка в Майнкрафте отсутствует. К сожалению, вот так. Ну, друзья, чтобы скачать данную музыку, вам придется просто перейти в магазин и долистать до самого низа, до самого... И здесь вы видите Original Music Pack, друзья. Вы нажимаете на него, у вас начинается загрузочка, после чего вам напишут, что загрузка будет завершена. Вы просто перезагружаете Minecraft, и ваша музыка будет установлена. Что ж, давайте еще раз повторим и попробуем услышать эту музыку. Но не факт, что она сейчас есть у меня в меню. Что ж, друзья, вот такая довольно классная музыка прозвучала у нас в Майнкрафте. И все это благодаря Маджонку, который добавили в релизе музыку. Как они обещали, они все сделали, но Томас не сдержал свое обещание, и он не добавил Шалкер Бокс. Хотя, друзья, все их ждали, но мы будем ждать их в следующем обновлении. И, собственно, спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.